Так, ну что, дорогие мои друзья, еще раз всем привет. Всех и каждого поздравляю с нашим главным праздником, с Днем России. Немножечко отчитаюсь вам, расскажу о сегодняшнем своем дне. Впервые в моей жизни случилась такая интересная ситуация. По техническим причинам небольшая заминка между организаторами, трансфером и пропускной системой получилось, вследствие чего я прождала своего, так сказать, входа ко сцене 10:10. Спектр разных эмоций был сегодня, и шок, и страх опоздать на сцену, потому что я была абсолютно не собрана, без макияжа, без прически. Потом я, наверное, даже немножечко позлилась. А позже у меня уже просто случилось смирение, принятие ситуации. Потом уже было смешно, когда мы не могли найтись, не могли проехать к сцене. И когда все-таки я попала на свое рабочее место и пришла к визажистам, гримерам, они меня спросили, когда у вас выход? Я сказала, уже был. В общем, для всех тех, кто спрашивает, почему я работала не в тайминге, объясняю. Мы просто выпали немножко по техническим причинам, поэтому мой выход на сцену был гораздо позже. Но это не помешало подарить хорошее настроение, поздравить всех со сцены и, в общем-то, как всегда, получить и мне также положительные эмоции. Всем спасибо. Кого не поздравила еще лично, обязательно поздравлю. Всех люблю. Просто физически не было такой возможности. Всем хорошего праздничного настроения. Люблю вас.